Ну, я ее вообще хотела... Вот все-таки листануть бы. Ну, ладно. Взяла жидкость, взяла белила, сделала сметанный, мокрый сметанный, кефирный замес. Взяла красный, взяла синий. Избавляемся от белого. Количество краски примерно вот такое. Когда избавишься от белого и наберешь вот это количество краски, возьмешь больше красного плюс коричневый, и там, где фигура, наберешь фигуру. Когда наберешь фигуру, возьмешь мастихин и штрихом по цилиндру создашь некое проявление силуэта. Этот же фоновой цвет будет тебе и для уточнения темнот плюс коричневый. Вот они, скальные проявления будут. Угу. Вот они на штриховочке цилиндричного тела. Угу. Ладно? Давай так. Угу. Тоже появились. А то там как, то ли мальчик, то ли девочка. Ну, да. Так будет точно девочка. Так, дальше что? Так. Значит, есть широкие плечи, узкий таз. Нас такое вряд ли можешь устроить. Или устраивает. То есть, что я имею в виду? Посмотреть на нее как будто немножко снизу, так чтобы плечи уходили на сужение, а таз, это самое, бедра на расширение. Тогда у нас появится, во-первых, красивый ракурс. А, вообще появится ракурс. Тут нет ракурса. Тут скорее даже ракурс наоборот, плечевой ракурс, да? Вот если женщину сверху сфотографируете, у нее плечи широкие, все не так, как надо. Так вот сделать как надо. Чтобы она уходила туда, вот уходила вот туда. Угу. Так что в эту сторону двигайся. Да? Ладно. Коричневый. Коричневый, красный. Красный, да, понял. А, нет, это... А. Красный, да. С розовинкой, не это самое, с розовинкой, перемал, прям перемол устроить, перемол. Там довольно хорошо голова прижалась к верху формата. Находится практически посередине, то есть вот этот бугорок головы находится посередине. Поскольку это неминуемая часть рисунка картины, да, что она близко к краю, и посередине, то мы смело это пятно задаем. У нас нет никаких сомнений в том, что оно отсюда никуда не денется, его не придется передвигать. Вернее, его не придется туда передвигать, оно будет обязательно там. Там был пальчик. Ну еще появится, господи, смотри, делов-то. Немножко идею ребер выразить. Идею ребер. Идею бедра. Идею цилиндра. Поскольку фигура у нас уходит по вот этой траектории, то и штрих у нас будет в основном по вот этой траектории. Логично? Вот туда уход. Можно, кстати, зеленцу в тело немножко насадить.
здесь сильнее. Что-что? Ну, плечо, мне кажется, вот надо вот здесь держать. Хорошо, хорошо. Ты вот на эту легкую зеленцу согласна, да? Вот на эту легкую. Старайся, чтобы, смотри, края вот больше были вот такие, смазанные. Так немножко по-ренуаровски подойти. Ну, во всяком случае, у меня такое предложение поступить. Давай в таком духе. Обнаружить на стороне, о женском говорят. Тоже вот эту линию, тоже немножко вот намек на грудь сделать. Хотя бы вот такой, смотри, хотя бы вот такой намечечек, да? Вот этой траектории все-таки. И может быть даже вот какой-то отдельный волосенок. Хотя само напряжение красивое очень. Сейчас, сейчас. Ух ты! Ой, как ты хорошо это налохматила. Ой, как красиво. Ты молодец. Так ты все шумеешь, Господи. Ага. Уголочки сделали. Ну, безупречно, слушай, ну очень. Может быть, стоит еще чуть-чуть высветлить вот это место, тем более, что здесь самые вот эти вот вещи. Прямо чуть-чуть еще. Может, за счет темноты еще вот. Высветлиться. Да. Мне кажется, все-таки вот эта часть чуть-чуть. Фокус появил, чтобы появился на нем. Белый и желтый. Ну вот то, что ты и брала, вот эти вот. Вот эти все, да. Ага. И может быть волосятам чуть-чуть поддать из светлых чуть-чуть. Это тоже щель, да? Или это нет, просто это, тень? Нет, я так просто тень, наверное, все-таки, да? Ну, вот здесь не могу забрать, наверное, все-таки тень. Наверное, все-таки просто тень, да. Ну, здесь что-то как-то было. Ну, не стоит тогда делать конкуренцию. Угу. Да. Просто так. Так, что касается скалы.
более крупные сделать эти. И вот этот ритм, который здесь уже сформировался, угу. Его развить, а не погасить. Скалы, они же из осадочных пород, и вот эту идею осадочной породы, которая имеет какую-то траекторию, реализовать ее. Наверное, здесь, с этой стороны, чуть-чуть подтемнить, чуть-чуть обрисовать, а там вот оставить такую выходящую. О, вроде бы, да? Вроде бы хочет. Все. Ага, ага. Там даже нога вышла. Ага. А, ну да, выдвинулась ножка, точно, точно. Угу. Классно. Так, может, тогда и... Холста не хватило, получается. Ну что, смотри, как раз поместилась ямочка. Начало. Я представляю, сколько мужчин будет жалеть. Курицу взяли руку. Вот эту вот. Которая в советских магазинах. Помните? Это после таких решенных пропорций. Бывает. Я уже думал, что я тут делаю. Оказывается, есть что делать еще. Значит, здесь с учетом вот этой вот мышечной, с учетом вот этого. Ну, это уже рука человека, а не курица. По размеру. Так, вторая рука. Точно.
Согласна, да, что-то такое там? Ну, немножко подчеркнешь темнотиками. Вот так, деликатненько, чтобы не накричать там. Пальчик оттопырен, близнец. Когда все это сложится, может быть, когда ты уже все это и подчеркнешь, может быть, потом еще немножко разотрем, чтобы списать. Хорошо? Полутончик здесь насадишь. Сюда красниночку вместо сининочки. Ну и, наверное, уже эти щели. Да? Угу. Ну, параметры понятны, да? Вот штришочечком по цилиндрику, угу. Они будут хорошо выстраиваться. Может, внутри унять ее. О, смотри. То есть края лоснятся в рваной ткани, да? А внутрь глубока, мутна. Согласна? Вот. И вот этот вот край, мне кажется. Так, хорошо, хорошо. И вот этот край еще, мне кажется, можно подстроить чуть-чуть. Рванину вот эту. То есть, чтобы край попал на свет. Потому что толщина кожи у нас изрядная, поэтому пусть эта толщина выразится. Хорошо? Ой, слушай, это классно стало, да, сразу с толщиной кожи? Да, а вот здесь? Что, нормально? Ты толщину кожи дай. По этому краю? Да. А по этому? Не надо. Ну, может, чуть-чуть отворот какой-то сделать. А, есть там, да, есть отворот. Точно, слушай, вообще. Точно, отворот есть. Да ты что? Ужас. Ну, почему? Ее руку. Пусть лучше смазано там будет. Тёма, молчишь? Да. Что? Всё-таки выявить, да? Ну, пусть там как бы ноготочек, да, чуть-чуть пусть будет видняться. Что-то такое. Угу.
Вот эта добавка еще требует, мне кажется, рассуждения. Вот это тоже. Слишком много здесь мелких вот этих вот. Может объединить все-таки чуть-чуть. О! И тоже совершить вот это утолщение. Вот здесь чуть-чуть. И может быть сделать как вот там это, под эту красноту свежей стороны. Может быть, кость нарисовать. Ну тогда просится еще сюда. Да ничего так, пусть краснота хоть немножко будет. Да как там хорошо. А, хотя вон, да, есть еще. Давай, давай, да. Может быть, конечно, скалы можно было бы еще, но надо какую-то точку опоры найти, что-то, откуда бы взять это, эти пятна. Может, ну, может, да. Вот эта линия нам теперь не нужна, такая жесткая. А мне нравится даже больше, чем там те скалы. А вот так создали нечто, да? Там в скале, фишка не в скале, поэтому... Ну, скала все-таки вот здесь тоже участник. Но видно, что камни. Нет, но это что-то такое каменное, но это даже интереснее. Не знаю, мне очень нравится.